Настало утро следующего дня. Мы идем в столовую завтракать. Сегодня хорошая погода, солнце. День обещает быть хорошим. Идем посмотрим, что сегодня в меню. Ты на горе захочешь здесь, и я тебе посыплю ничего. Значит, это много. Чего? Ты ешь чем? А не смотрите в рот другим. Здрасте. Здрасте. Как прокатились? Нормально. Все, ставьте самокат вон там к маме. Сегодня такая классная погода. Гуляем по набережной. Ветра нет. Море спокойное, без волн. Так сидим на берегу сочинского пляжа. На море. Сегодня без волн, погода хорошая. Пьем вино. Забыл, что называется. Какое-то белое, полусладкое. Вкусное. Сегодня поедем на экскурсию в Сочи. Готовимся. К экскурсии готовимся. Дай нам чуть-чуть да. Щепоточку взвесить, пожалуйста. Хорошо. Попробовать. Не такой не пробовал ни разу. Она вот. Очень вкусная. А можете вот так одну. Ну не, ну вы нам положите, мы сейчас придем и попробуем, да. Что, это шаурма вяленая, девушка. Да, вот они висят. Смотрите, да?
180 рублей. Пару положу, на 200 сделаем. Да, вот давайте. Эти. Хорошо? Пооранжевее, наверное, там возьмите. А я без разницы. Да? Вкус одинаковый. Ага. Прям вообще вкус одинаковый. Возьмите, пожалуйста. Скажите, у вас не будет? У меня нет ничего больше. Перевести, возможно? Чего? Денежку на карту. А что, у вас нет? Вообще нет, вот. Ну, вот. Давайте. Мне просто не хватит давайте. Вам дать. Ладно? Представляете, ходим в футболках, спина мокрая. Вот это я понимаю январь, а? А у нас говорят, что снег моросит какой-то. И погода не очень. А мы тут все с себя снимаем, все куртки. Вообще я предлагаю переезжать на ПМЖ в Сочи. А у них здесь центрального отопления нет. Кем я буду работать? Зато здесь есть Газпром. Идем, автобус подъехал, прям бежим. Сейчас нас собьет Мерседес. Нет, не сбил. А что, сюда нельзя сесть поближе? И занято, да? Всем здрасте. Добрый день. Здрасте, здрасте. О, класс. ВИП-места. Вот мы выдвинулись в путь. Кудепс будет означать река без головы. Такая вот Кудепс. Многие наши реки имеют подземное карстовое русло, а вот река Кудепс берет начало именно из подземного русла, то есть просто вырывается из земли и потом уже по склонам гор спускается вниз и впадает в наше замечательное Черное море. Наша компания разделилась. Женщины налево, мальчики направо. Мы идем с Максимом на башню. Наоборот, налево. Наоборот, да. Мальчики налево, девочки направо. Да, пахнет здесь вкусно. Лошадьми? Нет. Воздух нечистый. Вон впереди башня показалась. О, Макс, мы точно разберемся с тобой сейчас. Мы сейчас всех обгоним и то залезем первые. А еще в кассе нужно же покупать билет, наверное, там где-то. Башня, вот очередь кассы, чтобы зайти на гору. Блин, мам, у тебя сейчас есть шанс еще. Добрый день, два билетика. Да? Ну, я вам дал два. Пожалуйста. Спасибо. Все, пойдем. Все, Максич, мы с тобой поднимаемся на самую высокую точку этой горы. Как говорил товарищ Сталин, этот вид должен был увидеть каждый советский человек.
Катя. Это еще не самая высота. Идем дальше. На самом верху сочинских гор. Такой вид открывается. Все, пойдем вниз. Как-то опасно, так сам ты делаешь. Да ладно. Все, мы с Максом нафотографировались. Посмотрелись. Ну, товарищ Сталин построил какую башню. В общем, девчонки, зря вы не пошли. Много потеряли. Где бы их сейчас? Все, башня, прощай. Хватит? Просто там мусор лежит. А, это мусорка. А место здесь белое? Не знаю. Мускат. Самый распространенный это белый мускат, из него очень часто делают действия. Damn, son, where'd you find this? Наши. Лучше привозить с собой. Как называется? Напиток, в данном случае это коньяк. Вы не снимаете? Нет.
Это чача? Да. Папа, можно даю? Чача – это запатентованное название, делается из винограда специально. Он пахнет виноградом тоже. Ой, через фитка. Чача, да? Чача, да? Мама, тебе магнитик купил. С горы Ахун. Приметь. Ох, знает? Катюха, вот тут начес. Чуть-чуть наверх. О. Опа. Ой, у меня все это от радости. Ты красотка. Одувайчик. Давай сфоткаю тебя. Так, ну что ж, уважаемые гости, с нашим первым объектом мы закончили, побывали на высшей точке побережья. Много, кстати, у нас поднялось. Поднялись. Ага, понял. Все, на горе Ахун закончилось наше времяпровождение. Теперь едем к морю, вниз. Колонны царские. Вот говорят, что Путин царь. Вот Сталин был царь. Да. Царские были у него замашки. Вы посмотрите, какая красота. Да. Всем привет! Последний. Так, никого не забыли? Нет. Спасибо, что нас не забыли. Санаторий имени Ворошилова сейчас проезжаем. Рассмотреть более внимательно. У нас внимательно рассматриваем. Мы никуда и не спешим. О, фуникулер. Вот, потом есть, уже это понятно. В 50-е, 60-е годы, пока продолжался первый генерал. Остановился в Сочи.
сюда мы все в парк Ривьера. Все это в парке. Пожалуйста, поднимайте, не сможете меня воздумать. Какой нервный Антошка. Антошка кричит на всех. Ведь я вам уже говорил, где вы встретились. Одним словом, Антон. У нас гид Антон. Это будет очень миллион. Основная часть парка, она развлекательная. Другая часть, небольшая, она историческая. Где мы находимся? В парке Ривьера? Ривьера. В парке Ривьера. Ливьера. Оливьера. В парке Ривьера. В парке Оливье. Пойдемте туда и налево. Вечерело. Да. Вы такие тут царские хоромы. Брынцалов здесь живет. Сюда сел? Да. Такое подозрительное. Да, несите. А можно пенку от хлебнуть? Хлебни. Дегустация пенки. Что ты, Маша, мне принесла? Мороженое вкусное. А оно горькое? Горькое. Сладкое, но холодное. Ну давай, попробуй. На вкусный полив. Хочу уже мороженое. Кушаем хот-доги. С пивом. У меня двойной. С мороженым. И велик у нас с мороженым. Да. Хотите хоть вкусный, мам? Это очень вкусно. Вкусное прям, не бойся. Там нет, ну что, там капустка и сосиска. И суп. Хотите, покажу вкус фильма? Ну-ка. Вкус змеи. Давай, расширяй. Ну, блин, вот такой кусок я не смогу съесть один раз. Можно? Я не хочу мороженого. Сейчас я вас встречу. Стойте там. Ты что, с кишком будешь? Нет. Нет, он где-то. Маш. Все, уходим. Загружаемся в кусты. Будем. Не будем. Будем. Не будем. Будем. Не будем. Прыгайте в кусты. Мама у нас едет, гонщица, уже объезжает. О как, о как. Бэмс, бэмс. Давай, давай, чеши. Мама. Почесала. Ну, рассказывай.
Как, ну, тебе понравилось? Клево, да, ветер в лицо, ты такая, волосы назад. Вот такой концерт на берегу. Кто-то музыку слушает, кто-то глинтвейн пьет. А Максимыч у нас тут бутерброд ест. Ну как будет? Бургер вкусный? Да. Распробовал? Дай вкусить. До соуса пока не дошел.